В организацию срочно требуется водитель с личным автомобилем для перевозки съемочной группы. Оплата по договоренности. Телефон в Самаре 226-65-66. В швейную мастерскую требуется конструктор, закройщик, швеи, портные. Высокая зарплата, трудоустройство по ТК РФ, социальный пакет. Телефон в Самаре 205-06-55. В клининговую компанию срочно требуется техник по чистке вентиляции. Пятидневная рабочая неделя с 9 до 18 часов. Зарплата от 27 тысяч рублей плюс премия. Телефоны в Самаре 8-987-442-0038, 261-58-58. Продается срубовый дом в селе Летниково Алексеевского района. Площадь 70 квадратных метров, участок 12 соток. В доме пластиковые окна, свет, газ, вода, туалет. Есть гараж, погреб, баня на газе. Рядом река и лес. В селе школа, детский сад, медпункт. Цена 850 тысяч рублей. Телефон 8-927-897-52-36. Пункты приема объявлений. Город Самара. ООО «Анонс». Улица Фрунзе, 69. Пересечение с улицей Венцика. Телефон 332-45-95. Проспект Кирова, 145. ДК Литвинова на площади имени Кирова. Телефон 992-22-49. ООО «Ареал Инфо». Улица Старозагора, 27. Офис 415. Телефон 932-22-12. ООО «Фабрика вакансий». Имейл графаперсонал@mail.ru. Телефон 272-37-57. Город Тольятти. Редакция газеты «Работа для вас» и портала работа.ру. Улица Дзержинского, 98. Первый вход. Офис 414. Телефон 210-230. Город Жигулевск. Редакция газеты «Жигулевский рабочий». Улица Комсомольская, 18. Телефон 2-11-54. Город Октябрьск. Редакция газеты «Октябрьское время». Улица Гая, 39А. Телефон 2-22-15. Город Сызрань. Редакция газеты «Бесплатная объявление», улица Кирова, 46. Телефон 98-34-01. Село Сергиевск. Редакция газеты «Сергиевская трибуна». Улица Ленина, 14. Телефон 2-12-68. Село Камышла. Редакция газеты «Камышлинские известия». Улица Победы, 20. Телефон 3-30-61. Село Богатое. Редакция газеты «Красное знамя». Улица Советская, 29. Телефон 2-15-70. Телефон редакции программы «Доска объявлений» 226-65. 5-66, добавочный 163, адрес электронной почты реклама@губерниятв.ру.